День знаний не за горами. Пора готовиться к школе. Покупать канцтовары и школьную форму. В торговых центрах и на маркетплейсах работают школьные базары. Давайте узнаем, сколько стоит собрать ребенка в школу и как можно сэкономить. По данным Росстата, к началу нового учебного года стоимость большинства товаров для школьников в среднем увеличилась на 6-8%. Базовый набор канцелярских принадлежностей можно приобрести как в сетевом магазине, так и на маркетплейсах. Старт от 500 рублей. В базу входят пенал, шариковая ручка, простые и цветные карандаши, точилка, ластик и линейка. Стоит отметить, что ручки и тетради выгоднее покупать оптом и в сетевых магазинах. Так, стоимость тетради в клетку или линейку на 12 листов начинается от 6 рублей за штуку, а на маркетплейсах от 12 рублей. Для уроков рисования и технологий потребуется альбом для рисования, акварельные краски или гуашь, кисточки разных размеров, стаканчик-непроливайка, цветная бумага и картон, ножницы, клей и пластилин. Стоимость набора для творчества в сетевом магазине начинается от 900 рублей, а на маркетплейсах от 1200 рублей. В нашем гипермаркете представлен огромный ассортимент товаров для школы. Каждый покупатель может приобрести все самое необходимое для своего ребенка. Портфель – одна из самых дорогостоящих вещей в списке покупок для школьника. Его стоимость как в сетевом магазине, так и на маркетплейсах начинается от 2000 рублей. Тем не менее, важно, особенно в младших классах, правильно выбрать школьный рюкзак. Роспотребнадзор рекомендует придерживаться следующих требований. Ремни должны быть широкими, регулируемыми по длине и иметь ароматизирующие вставки, а спинка жесткой и недеформируемой. Кроме того, на ранце должны присутствовать светоотражающие элементы, а вес пустого рюкзака без учебников не должен превышать 700 граммов для учеников начальных классов и 1000 граммов для средних и старших классов. Покупка одежды и обуви для первоклассника обойдется в среднем около 12 тысяч рублей. В универсальный комплект одежды для мальчика входят брюки, рубашка и пиджак, а также жилет классический или трикотажный. Еще понадобятся спортивный костюм и обувь, туфли и кроссовки. Для девочек набор состоит из блузки, юбки или сарафана, спортивного костюма, туфель и кроссовок. Роспотребнадзор рекомендует учитывать, что в школьной форме ребенок будет проводить от 5 до 6 часов. Поэтому главное – забота о здоровье ребенка. Одежда должна поддерживать оптимальную температуру тела, влажность, пара и воздухопроницаемость. При покупке школьной формы важно правильно подобрать размер и убедиться, что ребенку удобно в ней во всех положениях тела, как сидя, так и при ходьбе. Чуть не забыли, в чем носить перекус и воду. Качественная бутылка для воды из плотного пластика с надежным креплением крышки стоит примерно 1000 рублей. Ланчбокс можно купить по цене от 200 рублей за контейнер для бутербродов до 2000 рублей за многофункциональный бокс с ложкой и вилкой. Почитаем расходы на первоклассника. Средняя стоимость базового школьного набора, в который входят форма, рюкзак, пенал с карандашами и ручками и другие канцелярские принадлежности, составит в среднем 16 тысяч рублей. Кстати, на маркетплейсах появилась возможность оформить рассрочку на покупку товаров. Это своего рода кредит от партнеров магазина с нулевой процентной ставкой. Подробнее о программе можно узнать на выбранной онлайн-площадке. Благодаря государственным программам родители смогут сэкономить на покупке школьной формы и канцелярских товаров. В Подмосковье для многодетных семей предусмотрена выплата в размере 3000 рублей на каждого ребенка для покупки школьной формы. Если доходы многодетной семьи низкие, меньше 18 300 рублей на человека, ей дополнительно выплачивают 7000 рублей. Семьям с ребенком-инвалидом и доходом ниже 27 тысяч рублей на человека предоставляется выплата более 13 тысяч рублей. При условии регистрации на портале госуслуг выплаты производятся автоматически, без необходимости подавать заявление. Канцтовары и школьная форма куплены. Кажется, к школе готовы. Или нет? Как психологически подготовить ребенка к новому этапу его жизни? Ответ на этот вопрос знает многодетная семья Легких. В этом году в первый класс пойдет Гликерия. Для нас это великое событие. Каждый раз в первый класс это очень знаменательная дата. И
с каждым ребенком это переживаешь все заново и заново. Чтобы заранее познакомиться со школой и классом, где будет учиться Гликерия, семья пришла на субботник. Сегодня вот мы пришли на субботник подготовить свой класс. Это какой-то и воспитательный момент, потому что ребенок уже живет в атмосфере своего класса, помещения, знакомится с учителем в неформальной обстановке, с ребятами, которые тоже пришли помогать. Ну, это очень интересно. И каждый ребенок в нашей семье, они с удовольствием бегут на субботник своих классов. Еще одна важная традиция в семье Легких – посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Они приезжают, чтобы приложиться к мощам Сергия Радонежского накануне нового учебного года. Святого считают покровителем школьников и студентов. Он помогает добиться успеха в учебе. Подготовиться к школе, по мнению многодетной мамы Ульяны, помогают распорядок дня и ведение ежедневника. Ребенка нужно настроить, что ты уже взрослеешь, и у тебя должно быть свое расписание. У меня ребенок с первого класса ведет бумажный дневник, потому что это своего рода ежедневник. Он видит где-то организацию своей недели, планирует ее. Будильник обязательно нужно приобрести, потому что ребенок должен сам с будильником просыпаться. Потому что если ты будешь ходить и постоянно поднимать и говорить «вставай, вставай, вставай», это войдет в привычку ребенка. Вот еще несколько советов для первоклассников и их родителей. У детей наступает новый этап жизни. И все, ну, очень сильно на самом деле зависит от того, что чувствует мама, ведя ребенка в первый класс. Если она тревожится, тревожится ребенок, он не знает, чего ждать, он тоже боится. Если мама в школу идет с положительными эмоциями, она знает, что школа замечательная, она знает, что ее ребенок готов, и она испытывает радость, что ее ребенок повзрослел, с такими же эмоциями придет в школу ребенок. Именно родители формируют отношение будущего первоклассника к школе. Будьте добрыми и понимающими наставниками, с которыми можно обсудить любые вопросы. Почувствовать себя легко и уверенно. Здесь большая роль отводится именно родителю в поддержке психологической, подготовить его. А для всех детей летний период времени – это в первую очередь отдых. Это послабление со стороны родителей в режиме дня. И когда ребенок приходит в школу, для него очень сложно перестроиться. Поэтому последние 2 недели или хотя бы последнюю неделю необходимо создать условия и соблюдать режим дня. Начало учебного года уже совсем близко. Впереди торжественная линейка. У нас в этом году первоклассников больше в сравнении с прошлым годом. Всего детей в первый класс пойдет на данный момент это 3295 детей, но прием в первый класс продолжается у нас до 5 сентября. Поэтому мы ожидаем, что количество первоклассников у нас будет еще больше.